Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Ну а я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в очень интересный букс без вложений ВМР ОК. Серфинг, клики и очень-очень много чего еще есть. Значит, давайте перейдем и я покажу, как я здесь работаю. Значит, на данный момент у меня на балансе рубль 13. Вернее, вот здесь статистика, рубль 10. Так, итого в рублях. Значит, я здесь работаю на кликах и серфинге, и письма. Вот на письмах можно тоже неплохо заработать. Значит, на серфинге я делаю. Значит, откройте 10 сайтов, получите 10 копеек. Так, значит, переходим по ссылочке. Опять. Ничего не закрываем. Опять переходим. Так, продолжить серфинг по цене 5 копеек за 10. Ага, на ваш баланс зачислено за 3 открытых сайта. Сейчас попробуем продолжить. На текущий момент нет ничего. Ладно, закроем. Вот на серфинге таком вот я зарабатываю, значит. Так, складочки закрою. Значит, клики. Прежде чем начать клики, как бы, да, мы переходим на сайт. Ждем, пока полностью загрузится страничка. После чего ее можно закрывать. Но изначально нужно пройти. Здесь есть такая как бы капча. Вот страничка полностью загрузилась. Я ее закрываю. Опять. Здесь. Вот не закрывайте страницу, пока полностью сайт не загрузится. Закрываю. У меня рубль 16 здесь, так? Третья. Вот отсчет идет вот здесь. Страничка закрывается. Ой, открывается. Сейчас загрузится. Загрузилась. Я страничку закрываю. Четвертый. Очень мне понравился. Зацепил он меня. Этот букс, конечно. Грузится. Так, и пятый. Подтверждаем. Вот идет отсчет. Загружается. Загрузилась. Можно закрыть. Значит, рубль 16. Я перезагружаю страничку. Рубль 18. Так. Далее идем в письма. На письмах тоже как бы можно неплохо заработать. Тоже перед началом я уже как бы несколько писем просмотрела. Прежде чем начать, нужно быть внимательны к капче. Тут очень капча такая своеобразная. Вот, значит, ну, давайте пройдем. Значит, смотрите. Здесь содержание нужно прочитать. И вопрос. Здесь ответ. Значит, вопрос. Вы сможете заработать... Так, вы сможете заработать до 5000 в день. Так, значит, читаем теперь письмо. Привет, я знаю, как заработать деньги. И я расскажу тебе и покажу, как это сделать. Просто переходи по ссылке и получай доход... Каждые 5 минут ты сможешь зарабатывать до 5000 каждый день. Так? И вопрос. Так, сможем ли мы? И что у нас до 5000? Вот так. И решаем капчу. 2, 4, 5. Нажимаем циферку 5. Страничка загружается. Вот так на письмах работать. Все, закрываем. Это уже нам не важно, так? Далее. Перезагружаю страничку. У меня рубль 18. Так. Рубль 21. Видите, за счет? Скажите, неплохо.
Так, давайте следующее письмо. Значит, вопрос постоянная на сайте. Так, надоело кликать за копейки, за вам. Так, реклама Ирма, почему? Во-первых, проект в автомате работает независимо, включен ваш компьютер, ни при чем проект. Так, халява просто не пропасть. Так, во-вторых, доход активно участвует, составляет 2. Так, в-третьих, постоянно на сайте. Что у нас здесь? Конкурс Юрий, реферальная программа, включенный компьютер, акция для рефоводов. Так, сейчас. Неправильно я ответила на тот вопрос. Сильно там все как-то непонятно. Значит, следующий. Перейдите на сайт и внимательно с ним ознакомьтесь. Первую выплату вы сможете получить уже через 5-9 минут. Вопрос, когда можно получить первую выплату? Нажимаем на треугольничек. Что у нас там? 5-9 минут. Так, нажимаем. Разгадываем вот эту капчу. Видите, две звездочки. Загружается страничка. Загрузилось. Все, переходим. Так. Перезагружаю. Так. И что? Я хочу попробовать вывести вот этот рубль. Значит, статистика, чтобы правильно ввести, да? Так, у меня рубль 19. Вот видите, вот здесь за просмотр сайтов, за письма. Так. Итого. Вот вчера я заработала 76 копеек. Сегодня уже с утра пораньше 43 копейки. Тут вот поболталось. Значит, рубль 19. Так. Давайте выплату закажем. Так, выплаты. Не знаю, вот у меня в МР я чисто на обум. Потому что, посмотрите, здесь написано, ну, здесь как бы 5 рублей, да? Типа, а здесь от 1 до 12 рублей. Вот. Ну, я проверю рубль. Точка, что у меня там? 19, так? На ВМР. Ок. Ну и... Ага, ваши выплаты... Выплата ожидает выплата. Выплаты рубль 22. Ну что ж, посмотрим. Так, а здесь... Минимальная возможна сумма первой выплаты 5 рублей. А вы заказали рубль 19. Ага. Для последующих выплат минимальная сумма заказа 1 рубль. Угу. Значит, первая выплата минимальная 5 рублей. Хорошо, наберем 5 рублей и проверим на вывод. Ну, кому интересно, ребят, присоединяемся. Очень интересный, конечно, букс. Будем работать. Ну, а вывод, естественно, я буду проверять. Я думаю, 5 рублей уже не составит труда здесь наклюкать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.